Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 113 на странице 73. На примере данных моделей убедите своих собеседников, что это пара слов-синонимов. Лиса и Патрикеевна. Лиса – это название животного, обитающего в лесу. Патрикеевна – это название животного, обитающего в лесу, сказочное. Поэтому лиса и Патрикеевна называют одно и то же животное лису и являются синонимами. Заяц – это название животного, а косой – это название животного в сказках и за особое строение его глаз. Они называют одно и то же животное, поэтому являются синонимами. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.